канале Софичка. Сегодня у нас челлендж Полотолова. Да, сегодня мы вышли погулять на улицу, да? На площадку. Да, что, София? А вы знаете, я сама слепила вот этот снежочек. Да, у нас выпал первый снежочек. Смотрите, как все беленько очень вокруг. Холодно. Папа у нас замерз. Я не замерз. А нам весело, да, София? Ну да. Что, выбирай, с кем первым ты будешь играть в Полотолова. С папой или с мамой? С мамой. С мамой? Готовы играть? Да. Полотолова. Полотолова. А я первая. Хорошо. Ну что, еще раз. Полотолова. Не, ну вы меняйте места, так не честно, на одно и то же место. Давайте быстренько, быстренько вылазим, вылазим. И разбежались. Полотолова. Что-то у вас оно не очень получается. Софийка, давай, давай, давай. Какую конфету? Конфету! Почему он дожит конфету себе? Это все так уже натерли ему нос? Кто это? Какой-то дядя. Мне кажется, это Пикассо, художник. Ну что, Полотолова. Вот блокнот. Ну все, вставайте дальше. Че сидим-то? Че сидим? Расселись все. Ну что, теперь ты с папой будешь играть? Смотрите, какой я слепила опять снежок. Класс. Просто... У меня было еще снежок, и я из него сделала еще один большой. Один большой. Ты решила все лавочки вытереть, да? Только чтобы еще. Люди могли сидеть. Ну что, пол это лава? Ничья. Все, можно дальше идти. София, пол это лава. Кажется, папа первый добежал. Ты первая. Аккуратно. Слезай. Помогите. Снегоуборочная София. Зачем этот грязный снег? Пошли. Пошли, мы посмотрим, что это такое. Там елка светится. Красивая. Так, пол это лава. Папа услышал, София не услышала. Убежала. Ух ты, какая красота. С лета стоит. Пол это лава. София первая. Ну, такие правила, что сделаешь. София увидела свой любимый замок. Такая вот крутая площадка. И бежит к ней играть. Елочку, новогоднюю. Да? Новогоднюю, предновогоднюю, да? Нет, 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 нет. Пошлите быстрее, пойдемте. Посмотрим, какая она красивая.
Да, вот такая вот. Ой, ой, как высоко! Вот такая вот красота! Маша, ты уронишь телефон! Не волнуйся, не уроню. Пойдем. А вот верхушка елки. Ого, смотрите, какие столбики. Ага. Ой, как красиво. Как будто сосульки висят. Скажите мне. Это айсберг. Да, вот верхушка елки. Обычно, да, на мол очень феерические открытия новогодней елки. Мы потом обязательно посмотрим. Идем и посмотрим, какое будет открытие. Да. В прошлом году что было на елке? Возле елки пел Санта-Клаус. Да. Да. Трио из пингвинов было. Нажимаешь на кнопочку, и они поют. Такие большие. Было, там несколько было. И там еще какие-то композиции. Там заяц был, это из «Алиса в стране чудес». Да. И Санта-Клаус с оленями тоже пел. Очень круто! Мне прогулка очень понравилась, наверное, вам тоже. Всем пока, подписывайтесь на канал. Всем пока!